Вот в этом доме сироты получили квартиру. Это улица Федора Тютчева, город Воронеж. Сегодня 13 декабря 2017 года. Вот им дали квартиру. Вот так здесь красиво достаточно. Все новое. Так, ну вот Наталья получила квартиру, да? 27 ноября вам дали ключи? 27. Можете рассказать, вот в каком году вы встали на очередь? Сколько добивались по времени? Сколько с момента суда прошло до момента получения? И что вы для этого делали, чтобы добиться получения квартиры? С 2007 или с 2005 года доказывала, что дом не жилой. Ой, я не могу там вообще. Так тяжело было, все трудно, я вообще не могу. Уже... Ну да, ну вы расскажите в двух словах там, что... Что делали вы? Доказывали, мы пришли с братом. У меня младший брат на 2 года младше меня. Мы пришли, с Бобров приедем, доказывали, говорили, где нам жить. Ну... То есть вы жили раньше в Бобровском районе, да? Придет, сходим к главе администрации, она придет, говорит... А раньше была там Наталья Васильевна, она придет, говорит, а что, у вас тут косметический ремонт сделать и все. А на самом деле фундамент падал вообще, и крыша текла, и все там вообще. Но это удалось вам доказать, да, то, что это не жилой дом? Доказали. 14-м мы только смогли на очередь встать, вместе с братом. Встали, он, помню, в 2014 году, да? В 14-м, да. А потом я жила-жила и ничего не делала, потому что я родила как раз, и с ребенком там нам дядя Саша дал дом, мы жили. С газом, там хороший дом, мы жили. А потом так получилось, я хоть смогла в Воронеж приехать. И каждый день им звонила, писала. Не, потом вы подали в суд, да? Сначала ходила. А, сначала ходили, не подавали в суд. Сначала ходила, они никто ничего мне не говорил. А потом кое-как, я не знаю, каким чисто случайно, там одна женщина увольнялась и говорит, я вам честно скажу, говорит, без суда ты ничего не добьешься. Я вообще в шоке была. Я говорю, сколько я к вам хожу, могли бы сразу сказать. Но никто ничего не говорил. Потом я отсудилась, ходила, они говорят, где мы тебе квартиру возьмем? Ну, потом кое-как, не знаю вообще. Потом звонили, ходили. И писала, и ходила, и звонила. Сколько раз пришлось туда ходить? Очень много раз. С момента, вот в феврале, да, решение было суда, в феврале 2017. 28 февраля. И до, и после, и ходила. То есть не один раз, да? Вы туда ходили, писали. Не один, миллион. Звонили. То есть, как раз в месяц или сколько? Что раз в месяц? Ходили или писали, или звонили? Ходила каждый день. Каждый день практически? Да, когда вот выходные у них, я только не хожу. А если даже у них рабочие дни, я уже подругу просила, уже было, они уже меня боялись, мой голос уже. Я подруге говорила, Вера, позвони, пожалуйста, говорю. Она звонила, говорит, ну, за меня. А они догадывались, они знали уже, кто им звонит. Они мне потом говорят, что ты подруг подговариваешь, сама звони. А я начинаю звонить, они, что ты звонишь, тебе же уже еще вчера сказали, что ты звонишь опять. Тяжело очень все, вообще очень тяжело. То есть с момента решения в законную силу, вы каждый день им звонили, писали, ходили. Да. И вот удалось наконец... Написала главному вот этой Попову, по-моему, Вера... Судебный пристав, да? Да, судебный пристав. Главный... Начальник управления. Ответ мне так и не пришел. Сколько я до квартиры отправила письмо с уведомлением и с этой самой... Мне обратно эта бумажка пришла, и больше ничего, никакого ответа не привез. Ничего. Абсолютно ничего. Подождите, они что, не ответили на ваше обращение? Вообще никак. Вообще это приставы судебные, да? Вообще, да, не пришло письмо вообще. Я не знаю, с чем это связано вообще, но и вот это самое вообще.
Ну и самое главное, вот мы с вами ходили, как пообещали нам квартиру в ноябре, да? Обещали в конце октября. А, в конце октября. Ну, да. Получилось в ноябре тоже хорошо. В конце ноября, да. По-моему, я слышал, в начале ноября, ну ладно. Да. Ну, самое главное, обещание сдержали, да? Да. Но пришлось... Да. То есть не просто один раз сходить и сдержали, а вот столько вот звонить... Мне кажется, если бы я не звонила, не писала, вряд ли мне кто-то вообще... Я думаю тоже. А ваши... Скажите... Потому что я жила в деревне. Неужели я стою на очередь? Неужели я сам меня не видели? Видели и знали. Просто пропустили мимо глаз. А ваши знакомые, друзья, которые не ходили, не писали, они получили квартиры все? Ну, знакомые сироты, которых вы знаете. Они не писали, они там тоже... Ну, которые писали, но не ходили, не звонили, ну, они да, получили? Ждут в следующем году и вроде обещают. То есть им пока обещают, да? Следующий год обещают, да. А знакомые какие-то получили у вас, которые вы знаете? Да. То есть получили, да? Да, со мной получали, вот я знаю, с Богучара, на следующей неделе, через неделю уже и Кать получился, переживал, что... Мне позвонили, а ей не позвонили. Переживала, мне писала Наташа, что ж такое. А почему? Я не знаю. Она была 61-я вообще на очереди. Как мы, когда очередь нам вот... Он говорит, ну это вообще не принципиально, зачем вам очередь нужна уже после суда. А вот она была 61-я, а я была 72-я. Мне позвонили, а ей не позвонили. Вот с чем это связано, кто знает. Ну, может быть, выходили, добивались, а она просто сидела, и поэтому ей не позвонили. Она тоже как-то один раз. Тоже, ну, один раз. Может быть, одного раза недостаточно? Ну да, она не могла выехать, она в Ване живет. Она не могла ни приехать, ничего вообще, как бы тоже тяжело. Но ей дали квартиру, дали здесь, то ли на восьмом, по-моему. На восьмом угловую. У нее балкон вот так, это прям в комнату вот так вытирает. Вот так угол, то есть комнаты вот так вот, ну... Затемненная комната, она меньше получается, наверное, что там два бойлера у нее висит, она мне прислала фотографию, я видела. И из Россоши девушки, да, получили? С Россоши, да. Ваши соседки, да? Да, получили. А это, Елена, по-моему, получила на 16-м, если я не ошибаюсь. На 16-м. То есть все, кто более-менее добивал что-то делал, те и получили, можно сказать, да? Да, да, то есть нужно вообще добиваться и... Сколько человек примерно сирот в этом году, вы говорили, по данным департамента? Ну, только по их словам, то где-то 114. 100. Не знаю, когда я получала, было... Ой, они говорили, 29 договоров, говорят, готово. Но одни там с Богучара, они не могли приехать на получение ключей в пятницу, а не в четверг. Попросили, говорит, можно забрать? И забрали, выехали. И вот, наверное, ваш случай достаточно редкий, кто вот так вот не стесняется добиваться своих прав, звонит, пишет, ходит даже к ним, не боится и отставит свои права. И что бы вы могли посоветовать вот другим сирот? Есть у вас какой-то... Не нужно никого бояться, да, все боятся. Я говорю, пошлите... туда-туда, на съемки все боятся, что-то боятся, что не дадут, наоборот, вот Алина с Придонского, она зря побоялась, тоже ей вот на следующий год ее перенесли, хотя с Богучара у них позже решение суда, позже, чем у Алины, бывает такое, что вот решение раньше было, прям после меня, и тем не дали на следующий год. А этим, у кого позже суд, а им дали. Вот с чем это связано? Как у них там это решается? Ну, это, наверное... Может быть, у Алины, может быть, детей нет, а у этих трое, может быть, как-то... Ну, это тоже влияет, скорее всего, да. Может быть, они... Это влияет, в первую очередь, да. Я не знаю ни законов, ни правил, как они там их выдают. Я говорю, и так подумаешь, и так, и они и не так, и не едут. Но одним... Я не понимаю, как они... Ну, одним словом, я думаю, что другим... Сиротам надо хоть и не каждый день, возможно, звонить, но звонить, требовать, писать, настойчиво достаточно для того, чтобы добиться. Значит, 2198. Потом через, наверное, сколько они там сказали, раз в декаду у них можно, то есть раз в 3 месяца написать опять очередь.
Я написала, и уже была 2207-я. И когда я это увидела, я вообще сразу скорее что-то думаю, говорю, я на вас в суд подам. Я прям сама как бы догадалась, что нужно что-то делать. Я сразу догадалась, что нужно что-то делать, иначе вообще 3000-ный опыт недолго. Где-то, наверное, 2 месяца и будешь 3000-ный. Ну да, если я честно... Думаю, нет, говорю. Если нет. Честно, уникальный опыт, конечно, достаточно, потому что, ну, таких людей... как вы редко встретишь, которые вот именно так настойчиво добиваются. И... Ну, мне тоже люди помогли. Да. И вы молодец, одним словом. Я не одна, не нет сам. Да. Вы молодец, что добились, и можешь пожелать всем остальным только так же получить квартиры. Спасибо всем, кто мне помог. Ну, а департаменту пожелать, чтобы они... не, тоже, не они, делали так, чтобы люди вот, вот таким тоже, образом пытались тоже добиться. Не все зависит. Они, ну, пишут, наверное. Что они пишут, чтобы им денег побольше присылали. Говорит, ну... Современная достаточно квартира в новом доме, да? Очень красивая. С отделкой, да. Вот. Однокомнатная, да? Сколько площадь здесь? 40. По факту 40. Я писала 30. 40 метров квадратных, да? Считали вроде бы как. Да. Вот. 40-61 по факту. Хорошая, ну, да, квартира. Мне очень нравится. Это мои с отделкой. Да, ну, да. Отделка неплохая. Отделка современная, да, все хорошо. Мне нравится тоже. Да. Натяжные потолки и все тут есть. Пожалуйста.